Новый технический вид хирургии освоили в Амурской областной больнице. По новой системе «Вайпер» для укрепления позвоночника пациенту вживляют металлическую конструкцию весом 100-150 граммов. Оборудование для таких операций стоит 3 миллиона рублей. Кстати, за саму операцию пациентам платить не нужно. Ее выполнят в рамках нацпроекта по линии высокотехнологичной помощи. После такой операции на теле почти не остается шрамов. По словам хирургов, раньше приходилось использовать большие конструкции, полностью обнажать позвоночник, а сам пациент терял много крови. Теперь на теле делают несколько разрезов длиной 1,5 сантиметра, а прооперированных могут выписать не через месяц, как было раньше, а уже через неделю. Перевод позвонка и вот установленная система выше и ниже перелома позвонка, в других позвонках, и фиксация вот этого позвонка, который сломан. Почему это делается? Потому что дальше, если не оперировать, то девушка будет расти, у нее в этом месте будет формироваться горб. Операции в планах еще 15. Кстати, подобную методику на Дальнем Востоке применяют только в одной клинике Владивостока. Я съездил в Нижний Новгород, НИИТО травматологии ортопедии Нижнего Новгорода, где учился специально этой методике. Приехал сюда, и здесь мы ее уже внедрили.